тонны рыбы самых разных видов, изысканные деликатесы и блюда из морепродуктов от столичных кулинаров. Москвичей ждет не просто рыбный день, а целая рыбная неделя. Всероссийский фестиваль открывается в столице уже в ближайшие часы. И богатство выбора оценила Василиса Елисеева. Треска, мойва и вобла – все это дары не заморские, а вполне отечественные. И что главное, очень свежие. Рыба прошла шоковую заморозку, благодаря чему хранится дольше и не теряет своего вкуса. И шоковая заморозка означает, что там очень маленький процент глазури. То есть вы, покупая 500 грамм замороженной шоковой заморозки рыбы, получаете уже как бы для приготовления 450-470 грамм рыбы. Здесь же, в Новопушкинском сквере, можно найти рыбные деликатесы. Редкие моллюски, крабы, устрицы и креветки. Но кроме разнообразия сортов, большая палитра вкусов. Рыба и охлажденная, и копченая, и соленая, и вяленая. Сюда карп я хочу. Всю неделю, начиная с сегодняшнего дня, будут работать 7 рыбных рынков в центре Москвы. На Тверском бульваре, Арбате, Пушкинской площади, на улице Воздвиженка и Клементовском переулке. А также на Кузнецком мосту около ЦУМа, где покупатели смогут приобрести свежую охлажденную рыбу, такую как зубатка, треска или камбала, по демократичным ценам. Мне хотелось бы попробовать хорошего палтуса, потому что в магазинах палтус не поймешь какой. Здесь же на время фестиваля откроется школа морского волка, где всех желающих научат азам навигации и вязанию морских узлов. А на кулинарных мастер-классах покажут, как приготовить уху или паэлью с морепродуктами. И все блюда здесь же можно будет попробовать. Кроме того, в фестивале примут участие 350 московских ресторанов, 34 рынка и более 1000 магазинов. Специально к рыбной неделе из Мурманска, Астрахани и Владивостока доставили более 300 тонн морепродуктов. Здесь представлено большое количество крымской продукции. Если раньше рыба просто не доходила до Москвы, то сейчас можно попробовать барабульку, тюльку прямо из Крыма. За время фестиваля, он продлится до 28 апреля, можно будет увидеть и живую рыбу. На Тверском бульваре установили огромный аквариум, где плавает 8 рыб, среди которых зеркальный карп и черный амур. Василиса Елисеева, Александр Шишко, Павел Диц и Дмитрий Сорокин. Вести, Москва.